Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами Марийка, магия исцеления. Я запишу авторский ритуал обращения к предкам. Вы можете его использовать столько, сколько вам необходимо. А вообще этот ритуал я записываю на последующие дни 21 и 22 марта. В принципе, на весеннее равноденствие. И каждый год можно проводить такой обряд обращения к предкам. Потому что соединяются Луна и Солнце, соединяются потоки неба и земли, вода просыпается, а вода – это источник трехмерия. Вода находится в земле, как вы знаете, и испаряется туманом, поднимается к небу, собирается в тучи и опять возвращается к нам на землю в виде дождя, снега и так далее. Вода передает информацию. Поэтому, обращаясь к воде, вы как бы отправляете посыл к вашим предкам, к вашему роду. И для ритуала или обряда вам понадобятся свечи. Возьмите такие свечи, какие у вас есть. Это не важно, важно огонь. Священный огонь. Как вы знаете, на всех могилах ставится огонь. Некоторые окна стоят и горят постоянно. И эта мощная стихия обязательно вас услышит и передаст вашему роду то, что я зачитаю. А также наберите бокал воды. Здесь бокал воды, и потом его можно окропить пространство, в котором вы живете, квартиру, дом. Можно вылить на землю остаток воды. А можно просто поставить на подоконник, пока вода не испарится. Как хотите. Главное, чтобы была вода. Ну и, конечно, хлеб. Положите хлеб, я положила здесь, наверху. Ну и послание читайте столько раз, сколько вам хочется. Можете один раз прочитать, можете прочитать столько, сколько вам душа скажет. И не забывайте ваш род. Он силен памятью. Памятью поколений, памятью знаний. Чем чаще вы будете обращаться к роду, тем больше он будет вам помогать. Это не то, что там просто сила рода будет вам помогать раз за разом, когда вы обращаетесь, благодарите их. Все-таки самые изначальные предки, они обладали очень великим знанием, силой, любовью и пониманием всего, что происходит. О небо, открой свои грани. Я обращаюсь к душе мироздания. В этот час порталы тайные пусть с родом моим соединят меня.
прославляю и благословляю мой род, моих пращуров и хранителей легов моего рода. Предки мои, славьтесь в веках. Спуститесь сюда, на мой зов. Я прославляю древо рода моего, помню и чту. Придите, души предков моих, спуститесь через порталы мироздания и услышьте меня. Я помню и чту. Моя кровь – это кровь и память моих предков, моего рода. Зажигаю огонь в память о вас и оставляю живую воду для утоления жажды ваших душ. Вся сила земли собирается в колосе, вся суть бытия в хлебе злаков. Примите же угощение хлебом и насытьте души свои силой колосья, силой памяти о вас, силой веры, высшие силы и дух корней рода моего. Станьте мне утешением и защитой здесь на земле. Прошу вас, предки мои, будьте со мною. Укажите мне нужные пути, дороги, а от роковых, чужих и опасных отведите. Взором своих душ будьте мне опорой, подмогой и защитой великою. Вы все знаете и вы все видите сквозь призменные расстояния временных порталов. Прошу святое мироздание открыть порталы невидимые и разрешить моим предкам встретиться со мной. О, род мой великий, здесь мне на земле помогите через знаки от внешнего мира услышать ваш совет, ваше напутствие, вашу поддержку и вашу защиту. Вы, как и я, боролись, развивались, творили, говорили с кострами, с водами, с реками и землей, понимали ее и любили, вершили свое правое дело, не на жизнь, а на смерть порой боролись, и в борьбе порою слабели. Но вы сейчас видите все по-иному. Вы ясно знаете и ясно чувствуете, что нужно нам здесь на земле, вашим потомкам, сделать, чтобы получить разрешение от высших сил нам помогать, нас защищать, нас усиливать и вести силы родовой здесь и сейчас. О, силы рода моего, поведайте и раскройте свои великие тайны. Поделитесь знаниями и глубокой верой с необъятностью любви к силам природным и к Матушке Земле. Наставьте меня на нужные тропы, которых я не замечаю. Пошлите нужных мне людей, которых я не знаю. Защитите от врагов и их посылов, которых я не вижу. Закройте родовым покрывалом и мощью от порч и проклятий. Защитите от наводнений, пожаров, землетрясений, разорений, нападений убийц, расточений и всякого мракобесия нежити на этой земле и в этой жизни. Разрушьте своими силами все крадники, подселения, привязки и подсадки, всех вампиров без вреда для меня, моей души, тела и жизни. Уберите Тартар и ад, болезни и нищету, рабство и принудительство, неудачи, скорби и тягоды душевной жизни судьбы моей и ваших внуков и правнуков, и тех, кто сюда придет в поколениях. Дайте удачу, откройте денежные каналы,
чтобы здесь на земле быть и жить в благости через служение древним силам природы. Дайте силу помогать словом и делом детям, потомкам вашим, дабы наставить их здесь, на земле, чтобы дела и поступки славили, исцеляли и питали наш род, чтобы он был крепче, могучее, здоровее и мощнее во всех проявлениях через нас, потомков, во благо мироздания, Вселенной и древних изначальных сил и богов. Славлю вас искренно и с радостью род мой бабушек и дедов, и отцов, и прародителей всех поколений. Благодарю святое мироздание за общение с вами. Благодарю вас, предки мои, за помощь, которая обязательно придет. Отпускаю вас, прародителей, души из рода моего туда, откуда вы пришли. Ценю и благодарю за вашу веру в меня, наше поколение, за вашу любовь, за ваше сосуществование в душе Вселенной. И да будет так, истина, так и будет. Благодарю вас, предки мои, благодарю вас, род мой. Благословите меня, сберегите меня и помогите мне.